факультет вычислительной математики и кибернетики Московского государственного университета имени М. Ломоносова, учебный центр по подготовке кадров в области фундаментальных исследований по прикладной математике, вычислительной математике, информатике и программированию. История. Факультет был организован в 1970 году на основе кафедры вычислительной математики механико-математического факультета МГУ и вычислительного центра МГУ. Значительная часть сотрудников нового факультета пришлась с кафедры математики физического факультета МГУ, Института прикладной математики АНСССР, Математического института АНСССР МВА Стеклова. Создателем факультета является академик Андрей Николаевич Тихонов при поддержке президента Академии наук СССР академика Мстислава Всеволодовича Келдыша. В 1970-1990 годы декан факультета Андрей Николаевич Тихонов. В 1990-1999 годах декан факультета Дмитрий Павлович Костомаров. С 1999 года по настоящее время декан факультета Евгений Иванович Моисеев. Первоначально факультет был размещен в трехэтажном здании бывшего административного здания МГУ. При создании штатный преподавательский состав факультета был немногочисленным, но в нем присутствовали известные ученые: Лев Семенович Пантригин, Владимир Александрович Ильин, Дмитрий Павлович Костомаров, Логин Николаевич Большев, Сергей Всеволодович Яблонский, Иван Семенович Березин, Юрий Борисович Гермеер. В 1982 году из состава факультета был выделен НИВЦ МГУ как отдельное структурное подразделение МГУ. Эта реорганизация нанесла ущерб обеим сторонам. Большинство научных лабораторий НИВЦ остались на факультете ВМК, а факультет лишился собственной вычислительной базы. Факультету пришлось создавать новую базу — учебно-научный вычислительный комплекс. Развитие собственного комплекса вычислительной техники, начатое в 1982 году, имеет следующую историю. Б-76 ЕС-1035 и двухмашинный комплекс ЕС-1045, комплекс ИЗО-1014, система IBM SRIS-690. В 2009 году введен в эксплуатацию суперкомпьютер Ломоносов. В 2011 году мощность суперкомпьютера Ломоносов увеличена до 1370 ТФЛОПС. В 2012 году мощность суперкомпьютера Ломоносов увеличена до 1700 ТФЛОПС. В рамках программы развития МГУ на факультете созданы три интерактивных класса, обеспечивающих ведение дистанционного образования для студентов филиала МГУ в Севастополе и Астане. На факультете действует несколько лабораторий, созданных совместно с зарубежными ИТ-компаниями. Лаборатория системы САН в образовании и научных исследованиях. Студенческая исследовательская лаборатория Intel, в дальнейшем преобразованная в лабораторию компьютерной графики и мультимедиа. Студенческая лаборатория технологий Microsoft, в дальнейшем оформившаяся в лабораторию инструментальных средств математического моделирования. В 2009 году факультет существенно увеличил свои учебные, кафедральные и лабораторные площади за счет площадей, освободившихся в результате переезда экономического факультета МГУ из второго учебного корпуса МГУ в новое здание, структура ВМК МГУ. Кафедры ВМК МГУ. В состав факультета входят 19 кафедр. Лаборатории ВМК МГУ. На факультете действуют 23 лаборатории, 18 научно-исследовательских лабораторий при кафедрах факультета, 3 межкафедральные лаборатории, обеспечивающие технологическую поддержку научно-образовательных процессов, 2 студенческие лаборатории, лаборатории кафедры математической физики, математической физики, вычислительной электродинамики, моделирования процессов тепломасса переноса, обратных задач, математических методов обработки изображений, лаборатории кафедры вычислительных методов математического моделирования физики, разностных методов индустриальной математики, лаборатория кафедры автоматизации научных исследований открытых и информационных технологий, лаборатория кафедры математической статистики статистического анализа, лаборатория кафедры математической кибернетики математических проблем компьютерной безопасности, лаборатория кафедры алгоритмических языков вычислительного практикума и информационных систем, лаборатории кафедры автоматизации систем вычислительных комплексов, вычислительных комплексов технологий программирования, безопасности информационных систем, компьютерной графики и мультимедиа, лаборатория кафедры суперкомпьютеров и квантовой информатики, троичной информатики, инструментов.
инструментальных средств в математическом моделировании, межкафедральной лаборатории по технологической поддержке научно-образовательных процессов программного оборудования, программного обеспечения вычислительного практикума вычислительной техники, студенческие лаборатории, студенческая исследовательская лаборатория Intel, студенческая лаборатория технологий Microsoft, обучение. Факультет выпускает специалистов высокой квалификации по использованию вычислительной техники и программного обеспечения к решению прикладных задач. Ведется подготовка бакалавров и магистров по двум специальностям: прикладная математика и информатика, фундаментальная информатика и информационные технологии. Ежегодно факультет принимает на учебу 340 первокурсников. Общее количество обучающихся на дневном отделении в настоящее время составляет около 2000 студентов и около 200 аспирантов. Ведется дистанционное преподавание курсов программирования на кафедрах Севастопольского филиала МГУ и Казахстанского филиала МГУ. Преподаватели факультета кафедра вычислительной математики. Кафедра существовала 1970-1982 годы. В 1982 году была переименована в кафедру математической физики. Ее организатор и руководитель после создания профессор академик Иоанн Тихонов Андрей Николаевич. На кафедре в годы ее существования работали Тихонов Андрей Николаевич, Бахвалов Николай Сергеевич, Воеводин Валентин Васильевич, Гулин Алексей Владимирович, Русанов Виктор Владимирович, Житков Николай Петрович, Дьяконов Евгений Георгиевич, Костомаров Дмитрий Павлович, Четверушкин Борис Николаевич, Денисов Александр Михайлович, Попов Александр Михайлович, Ильинский Анатолий Серафимович, Тертышников Евгений Евгеньевич. Кафедра математической физики. Кафедра была создана в 1982 году путем переименования кафедры вычислительной математики. Ее первый заведующий профессор, академик Иоанн Тихонов Андрей Николаевич, преподаватели кафедры Щедрин Борис Михайлович, Денисов Александр Михайлович, Дмитриев Владимир Иванович, Ильинский Анатолий Серафимович, Русанов Виктор Владимирович, Тертышников Евгений Евгеньевич, Тихонов Андрей Николаевич, Житков Николай Петрович, Костомаров Дмитрий Павлович, Попов Александр Михайлович. Кафедра вычислительных методов. Кафедра была создана в 1982 году. Ее организатор и руководитель после создания профессор академик РАН Александр Андреевич Самарский. Преподаватели кафедры Четверушкин Борис Николаевич, Тишкин Владимир Федорович, Самарский Александр Андреевич, Гулин Алексей Владимирович. Кафедра общей математики. Кафедра создана в 1973 году. Организатор первой заведующей кафедрой профессор академик РАН Владимир Александрович Ильин. Преподаватели кафедры Шишмарев Илья Андреевич, Ильин Владимир Александрович, Дьяконов Евгений Георгиевич, Капустин Николай Юрьевич, Дизин Алексей Алексеевич, Моисеев Евгений Иванович. Кафедра функционального анализа и его применений. Кафедра была создана в 1981 году. Первый заведующий кафедры профессор академик РАН Садовничий Виктор Антонович прекратила деятельность в 1983 году. Возобновила деятельность в 2008 году. Заведующим кафедрой стал профессор академик РАН Моисеев Евгений Иванович. Преподаватели кафедры Моисеев Евгений Иванович, Капустин Николай Юрьевич, Садовничий Виктор Антонович. Кафедра автоматизации научных исследований. Кафедра была создана в 1987 году. Создатель кафедры первый заведующий профессор Чайл Корер РАН Дмитрий Павлович Костомаров. Преподаватели кафедры Попов Александр Михайлович, Костомаров Дмитрий Павлович. Кафедра вычислительных технологий моделирования. Кафедра была создана в 2004 году. Основатель кафедры первый заведующий профессор академик РАН Гурий Иванович Марчук. Преподаватели кафедры Тертышников Евгений Евгеньевич, Лыкосов Василий Николаевич, Дымников Валентин Павлович, Марчук Гурий Иванович, Лебедев Вячеслав Иванович. Кафедра суперкомпьютеров и квантовой информатики. Кафедра квантовой информатики была создана в 2001 году. Ее организатор и заведующий профессор академик РАН Валиев Камиль Ахметович. В 2012 году переименована в кафедру квантовой информатики. Заведующий кафедрой профессор Чайл Корер РАН Воеводин Владимир Валентинович. Преподаватели кафедры Воеводин Владимир Валентинович, Ожегов Юрий Игоревич, Валиев Камиль Ахметович. Кафедра нелинейных динамических систем и процессов управления. Кафедра была создана в 1989 году. Основатель кафедры
кафедры первый заведующий профессор, академик РАН Емельянов Станислав Васильевич, преподаватели кафедры Емельянов Станислав Васильевич, Бобылев Николай Антонович, Афанасьев Александр Петрович, Коровин Сергей Константинович. Кафедра оптимального управления кафедра была создана в 1970 году. С момента создания и до своей кончины в 1988 году кафедрой заведовал профессор академик РАН Пантригин Лев Семенович, преподаватели кафедры Пантригин Лев Семенович Осипов, Юрий Сергеевич Кряжимский, Аркадий Викторович Розов, Николай Христович. Кафедра системного анализа. Кафедра была создана в 1992 году. Организатор кафедры и ее первый заведующий профессор академик РАН Куржанский Александр Борисович. Преподаватели кафедры Куржанский Александр Борисович, Шинанин Александр Алексеевич, Лотов Александр Владимирович. Кафедра математической статистики. Кафедра была создана в 1970 году. Организатор кафедры и ее первый заведующий профессор академик РАН Прохоров Юрий Васильевич. Преподаватели кафедры Прохоров Юрий Васильевич, Ульянов Владимир Васильевич, Большев Логин Николаевич, Королев Виктор Юрьевич. Кафедра исследований и операций. Кафедра была создана в 1970 году. С момента создания кафедры до своей кончины в 1975 году кафедру возглавлял профессор гермейор Юрий Борисович. Преподаватели кафедры Краснощеков Павел Сергеевич, Савин Геннадий Иванович, Белолипецкий Александр Алексеевич, Евтушенко Юрий Гаврилович, Поспелов Игорь Гермогенович, Флеров Юрий Арсеньевич, гермейор Юрий Борисович. Кафедра математических методов прогнозирования. Кафедра была создана в 1997 году. Организатор кафедры и ее первый заведующий профессор академик РАН Журавлев Юрий Иванович. Преподаватели кафедры Журавлев Юрий Иванович, Рудаков Константин Владимирович. Кафедра математической кибернетики. Кафедра теории автоматов и математической логики была организована в 1970 году. Ее организатор и руководитель после создания профессор, член-корреспондент РАН Яблонский Сергей Всеволодович. В 1975 году была переименована в кафедру математической кибернетики. Преподаватели кафедры Алексеев Валерий Борисович, Ложкин Сергей Андреевич, Вороненко Андрей Анатольевич, Яблонский Сергей Всеволодович, Лупанов Олег Борисович, Кудрявцев Валерий Борисович. Кафедра системного программирования. Кафедра была создана в 1970 году. В 1970-1993 годах ее возглавлял один из пионеров российского программирования профессор Шурабура Михаил Романович. С 1994 года кафедрой заведует профессор академик РАН Иванников Виктор Петрович. Преподаватели кафедры Серебряков Владимир Алексеевич, Иванников Виктор Петрович, Шурабура Михаил Романович. Кафедра алгоритмических языков. Кафедра была создана в 1970 году. Первый заведующий кафедрой Лавров Святослав Сергеевич. В 1971-1993 годы кафедрой заведует профессор Трифонов Николай Павлович. Преподаватели кафедры Мальковский Михаил Георгиевич, Трифонов Николай Павлович, Лавров Святослав Сергеевич. Кафедра автоматизации систем вычислительных комплексов. Кафедра теории автоматов и математической логики была организована в 1970 году. Ее руководитель с момента создания до 2016 года профессор, член-корреспондент РАН Королев Лев Николаевич. Преподаватели кафедры Томилин Александр Николаевич, Тюрин Владимир Федорович, Иванников Виктор Петрович, Смелянский Руслан Леонидович, Воеводин Владимир Валентинович.